Причину пробок на выезде из микрорайона Зареченский ликвидируют. Новый светофор на пересечении улиц Алроса и Мостовая был установлен 24 декабря. Однако разгрузить движение не удалось. Практика показала, что фазы, разрешающие выезд с территории микрорайона, недостаточно. В этой связи силами подрядной организации города Максера вчера была проведена регулировка светофорного объекта. Фаза, которая разрешает выезд с территории микрорайона, была увеличена до 25 секунд. Сегодня сотрудники отдела дорожной деятельности устанавливают ситуацию. Если ситуация требует дальнейших улучшений, будут приняты дополнительные меры по регулированию данного светофорного объекта. Решение вопроса под контроль взяли городские власти. Все необходимые меры для улучшения ситуации, пообещали в администрации, будут приняты. Я сегодня утром связался по этому вопросу с начальником ГИБДД по городу Орлу. Он тоже, в принципе, поддержал предложение рассмотреть возможность все-таки увеличения еще больше, сделать там 30-32 секунды фазу выезда с микрорайона Зареченского. Поэтому сразу же после сегодняшнего совещания этим вопросом не откладывая долгий ящик, займитесь и доведите его до конца.